Такую же мелодию из знаменитой оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя» он услышит сегодня за 300 километров от столицы. Каждую неделю в плотном графике руководителя строительной корпорации Виктора Тырышкина маршрут Москва-Кострома. В старинном городе на Волге у него объект, аналогов которому в современной России еще не было. Без малого через сотню лет главные часы Костромы возобновили ход. Их видно и слышно издалека. Куранты венчают самую высокую колокольню на Волге – звонницу Богоявленского собора Костромского Кремля. Уникальный архитектурный ансамбль 18 века воссоздает меценат и строитель Виктор Тырышкин. Меня удивило, как выглядит Кострома после того, как построили доминанту и построили собор. Еще нет Кремля. Еще нет вот массы золоченых куполков Успенского собора. Еще нет святых врат. Еще нет стены, которую нужно серьезно перестраивать, достраивать и восстанавливать, точнее. Вот. Но как изменилась Кострома? Я вот ехал по этому мосту, когда это видел, и мне было очень приятно это видеть. Свою прописку на возвышенном левом берегу Волги Костромской Кремль получил в начале 15 века. До этого времени главная городская крепость находилась в устье реки Сула. К началу 17 века Костромской Кремль был мощным оборонительным сооружением. За его стенами в неспокойное для Руси время укрывались не только горожане, но и великие московские князья, а также представители знатных боярских фамилий. Внутри крепости находился воеводский двор, стояли царские приказы. Кремль у нас был деревянный. Край лесной, леса много, дубы могучие, сосны корабельные. В Костромском Кремле, в старом городе, было 15 башен. Внутри старого города находились осадные дворы, более 170 осадных дворов. Самый известный двор, который располагался в старом городе, это двор Инокини Марфы. Инокиня Марфа в девичестве Ксения VI, ее дед и отец имели вотчины, земли на территории Костромского края. Существуют разные гипотезы, где находились мать и сын Михаил Романов перед тем, как пришло вот это вот великое посольство, чтобы сообщить, что его приглашают на царство. В Кремле преклоняли колени российские императоры и многие представители дома Романовых. Здесь, в Успенском кафедральном соборе Кремля с 15 века находилась Феодоровская икона Божьей Матери, главная святыня Костромского края. Именно этой иконой в 1613 году инокиня Марфа благословляет на царство своего сына, Михаила Романова. Кострома становится колыбелью царской династии, а Феодоровская икона почитается как всероссийская святыня и покровительница царского рода. Кострома, поскольку связана с Романовыми, да, и с Годуновыми была, то естественно, что они каким-то образом так или иначе опекали, да. Ну вот, например, скажем, у нас весь город построен по типовому проекту в итоге, да, который Екатерина утверждала. Цари сюда приезжали, и поэтому у нас центральная часть города – это такой классический ампир в провинциальном изводе, очень симпатичном. Нет значительности, огромности. Из всех поволжских городов только Кострома сохранила исторические центры в гражданской застройке в неприкосновенности. Как известно,
в России конец 18-го, начало 19 века. Это время расцвета классицизма и барокко как его противоположность некая. Хотя на самом деле, по существу, это одинаковые. В основе того и другого лежит рацио, мысль. Только классицизм не стесняется того, что он мысль, и говорит: «Я мысль, у меня все строго, у меня все продумано. Если здесь справа колонна, значит и слева будет колонна, и напротив будет колонна», и так далее. А барокко тоже все продумано, но только оно скрыто под одеждами, под пышностью вот этих вот всяких причуд, каких-то архитектурных деталей и так далее. Вот этого движения, обманок и стремление вас восхитить, чтобы вы просто увидели вот так, остолбенели, сказали: «Боже, какая красота!» Одной из лучших городских построек в стиле барокко стал Богоявленский собор с колокольней. Его поставил в стенах Кремля талантливый костромской зодчий Степан Воротилов в конце 18 века. К этому времени крепость с Успенским кафедральным собором была исключительно центром духовной жизни. От 1777 года, июня 5 дня, каменных дел, подрядчик по саду Большой, Соли Большой, мещанин Стефан Андреев, сын Воротилов, быв при размеривании теплого собора, договорился Костромского Успенского собора с протоиереем Иоанном Иоановым и правящим ключарскую должность того же собора священником Иоанном Алексеевым в том, чтоб мне Воротилову вынутую землю из рвов, что для буту под теплый собор выкопаны своими работными людьми, всю начисто убрать, ну и так далее, и так далее. То есть он заключал договор. Вот эти вот собственноручно им подписанные документы у нас хранятся. Судя по этим документам, Степан Андреевич Воротилов был человеком очень дотошным, детальным и очень совестливым. За свою работу зодчий получил 15 рублей. А Кострома – уникальный по красоте архитектурный ансамбль, ставший эмблемой города. Видимая издалека 64-метровая колокольня с курантами была ориентиром для проплывающих судов. Объединенная с Богоявленским собором, она и сама была похожа на корабль, мерно плывущий по волнам. Кремль, он осознавался всегда еще и местом отдыха, гуляния, садом. Там всегда высаживались деревья. Я не помню, кто-то из наших губернаторов был большой любитель деревьев. И вот он их покупал, из-за границы привозили. Он там целый ботанический сад устроил. Путники, которые шли, паломники, шли они для того, чтобы не прийти вот такой усталый на службу, да, они отдыхали в этом саду. То есть вот эта светская функция, она всегда была рядом. С приходом рабоче-крестьянской власти часы на колокольне Кремля остановились. Ход истории запустил обратный отсчет его времени. В 1934 году всю соборную группу взорвали. То, что произошло в 30-е годы 20 века, когда Кремль был снесен, это, конечно, для Костромы была огромная беда. Самый, наверное, величественный архитектурный комплекс, который находился над рекой, который был виден издалека, который реально являлся доминантной центральной части Костромы, украшением Костромы, его не стало. И, конечно, с точки зрения того, какой должна быть Кострома, историческая Кострома, возвращение исторических ландшафтов, исторических памятников,
Воссоздание Костромского Кремля было очень-очень важно для Костромы, для всех костромичей. Те люди, кто очень хорошо понимал в истории, в архитектуре города, все мечтали о том, чтобы Кремль был воссоздан. Это была и моя мечта в том числе. Для бизнесмена Виктора Тырышкина эти часы – самые дорогие в жизни. Потому что они навсегда изменили его личное время, большую часть которого меценат проводит на строительной площадке Костромского Кремля. Основная часть работ по воссозданию Богоявленского собора с колокольней уже завершена. А человек, очень переживающий за дело, вот, я даже вот удивляюсь, насколько часто он сюда приезжает, потому что даже мне казалось бы, ну что, идет дело, идет, здесь есть неплохие помощники, которые наблюдают за строительством, вроде присылай себе деньги, присылай. Но вот вы знаете, здесь у нас такая особенность с нашим благодетелем, потому что он еще сам строитель. И тоже я вспоминаю историю, когда, значит, ну, повесили камеру на стройке, у него на работе в офисе выведена эта камера, на монитор, он может там наблюдать по желанию. И он звонит и говорит, вам привезли плохой бетон, там цвет не тот. Я бы, например, такой никогда, естественно, не определил, а он определил, просто видя вот с компьютера и по камере, что не тот цвет бетона. И действительно, когда лабораторию сдали, оказалось, что бетон не той марки, и пришлось, в общем... Повозились, вот это нам таких много неприятностей доставил этот бетон. Вот. Главная городская вертикаль сегодня сияет лазурью и золотом. Четырехъярусная колокольня возвышается в самом сердце Кремля. Место пятого яруса занимают куранты. На четыре стороны света смотрит всевидящее око. Глаз в треугольнике, окруженный лучами сияния, символ Святой Троицы и Божественного Всеведения. Венчает колокольню восьмиметровый золоченый купол, под которым находятся пудовые ключи от рая. Они символизируют ключи от Царства Небесного, которые получил апостол Петр от самого Господа Иисуса Христа. Внешне звонница Богоявленского собора – точная копия той, что построил в Кремле Степан Воротилов. Спустя 2,5 века с поправкой на время и технологии проект зодчего повторил московский архитектор Алексей Денисов,
напарник Виктора Тырышкина. Законодательство позволяет внутри конструкции применять современные какие-то материалы, современные технологии, что делает просто удобным это сооружение. Функционально, например, мы сделали внутри пилонов исторических, сделали лифты, которые позволяют людям даже с ограниченными возможностями подняться на смотровую площадку. Там будет музей, что тоже очень важно, чтобы люди, попадая в этот комплекс, они могли прикоснуться к историческим деталям, которые здесь сохранились. Вот. То есть тут нет никакой подделки, знаете, как бывает, что вот сделали и не поймешь, что это старое, то ли это новое. Будет понятно, что это сооружение новое, потому что для нас важно сохранить его внешний облик. Вот эти все детали архитектурные, параметры, место, на котором все это расположено, это один в один повторяет все. Мощные звуки разливаются в воздухе на многие километры. Так звучат только колокола Богоявленского собора Кремля. Вес самого большого благовестника – 1000 пудов или 16 тонн. Самого маленького – 16 килограммов. Голос каждого неповторим и уникален, как голос человека. Эти колокола отражают на себе образы костромских святых, преподобных, которые у нас подвязались на костромской земле. О чем есть свидетельства? Запечатлены они на иконах, которые изображены на этих колоколах. Ну, допустим, Федоровская икона Божьей Матери – это почитаемый образ в городе Костроме. Успение Пресвятой Богородицы – там мы знаем, что есть Николай Чудотворец, разные преподобные – Ферапонт Монзинский, Виктор Мученик, небесный покровитель нашего благотворителя Виктора Ивановича Тырышкина. Вот на этом колоколе мы видим, что есть надпись о том, что этот колокол отлит при митрополите Костромском Минерическом Ферапонте и попечением раба Божия Виктора Ивановича Тырышкина, нашего благотворителя. 18 колоколов для Костромского Кремля отливали в Тутаеве, на заводе братьев Шуваловых. В воссоздании исторических звонниц им нет равных. По снимкам мастера смогли восстановить профили колоколов, что принципиально для звучания. 12 из них составляют звонницу, остальные – для часов, курантов. Самый большой, соборный, отлит из сплава меди, серебра и олова. Большой колокол я отлить мечтал давно. Ну вот у меня мечта сбылась. И больше таких больших объемов я не хочу делать вообще. Потому что труд сумасшедший. Очень много надо затрачивать энергии. А больше всего, конечно, переживаний больше. Храм, он тот самый, но чуть-чуть все равно он с какими-то немножко у нас, ну, есть же... То, вещи, что которые... недоделано было, мы доделали. Вот. В общем, да. Кремль стал частью жизни руководителя крупной строительной корпорации Виктора Тырышкина в 2015 году. Дорогой Виктор Иванович, не кланяйтесь, очень рад вас видеть. Тогда, по приглашению патриарха Кирилла, он впервые приехал в Кострому на торжества, посвященные восстановленному храму Рождества Пресвятой Богородицы в Ипатьевском монастыре. В тот же день Святейший благословил возрождение кремлевских соборов. Сегодня, закладывая храм, мы обязуемся его восстановить. Вместе со всем Костромским Кремлем. Восстановить историческую память. Восстановить храм, который был кафедральным собором города Костромы. Восстановить этот дивный по красоте образ, который открывался с Волги. Замечательный старинный храм. Крепостные стены. Настоящий Кремль. То, что сегодня наш народ преисполнен готовности и решимости восстанавливать эту историческую правду и возвращаться к своим духовным истокам, дает нам уверенность в том, что и в будущем никакие злокозненные перипетии житейские, никакие соблазны, которыми единожды наш народ соблазнился,
не будут способны разрушить духовную жизнь народа, его силу, основу его самосознания. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Кострому к 11 часам. Ну, это была пятница, значит, суббота. Я с удивлением это услышал и говорю: простите, у меня на субботу назначены встречи первые. Я же не знал, что это знакомый голос, но совершенно не мог предположить, что... Я говорю, поэтому физически я не смогу приехать в Кострому. Молчание. Говорят, благословляю приехать в воскресенье к 11 часам. Ну, тут я уже начал что-то осознавать, что просто так никто... не звонит, и приехал на следующий день. И святейший служил литургии. И потом меня причастили, и я пошел на встречу со святейшим. И святейший сказал, что я вот молился 3 дня. И понял, что никто не построит это. Святейший патриарх – это его благословение. Я считаю себя верующим человеком. Вот. Я согласился. Я даже предположить не мог, как резко все у меня поменяется. Что вот вы почувствовали? Помните в тот момент? Ну, если откровенно, очень серьезную растерянность, с одной стороны. С другой стороны... Вот все соборы, которые я строил их по благословению святейшего отца Алексея или Кирилла. Вот. Я понимал, что так или иначе Господь управит, что будет молитва вот, нашего святейшего, что будет поддержка. Ну и, конечно, после этого все очень серьезно поменялось. Практически каждый приезд, который у Виктора Ивановича есть, я считаю просто своим долгом личным с ним встретиться и вопросы пообсуждать, и лично пообщаться. Это же уникальная ситуация на самом деле, когда один человек взваливает на себя огромную абсолютно нагрузку, огромную ношу, взваливает на себя крест воссоздания Костромской святыни. И поэтому... для меня всегда приятно на любой встрече, при любой возможности сказать Виктору Ивановичу спасибо тебе, Костромич. Ни в одном губернском городе еще не воссоздавали полностью разрушенный кремлевский ансамбль. В этом уникальность и сложность проекта, за который в Костроме взялся Тырышкин и его команда. Архитекторам и строителям предстояло не просто повторить внешний облик древних соборов, но отнестись к истории с уважением. Вот мои коллеги, с которыми я вместе
работал долгое время в центральных научно-реставрационных проектных мастерских Министерства культуры, Сергей Васильевич Демидов, вот он написал книгу про творчество Степана Андреевича Воротилова. И там перечислены те аналоги, те объекты, которые были Воротиловым или его последователями построены одновременно с строительством Костромского Кремля чуть попозже. Вот. И в частности, храм в селе Песцово, это сейчас Ивановская область, этот храм был построен уже после смерти Воротилова в 1808 году по чертежам Богоявленского собора. Ну, конечно, там были какие-то изменения, но по размерам и по деталям архитектурным это фактически копия. Эти исследования в комплексе с другими историческими документами позволили восстановить облик Богоявленского собора в его первоначальном виде. При Воротилове это был однокупольный с полукруглой апсидой храм в два этажа. На верхнем располагалась главная теплая церковь. Нижний этаж, подклет, позднее служил архиерейской усыпальницей. Здесь, в Богоявленском соборе, исторически была усыпальница костромских архиереев. Храм был посвящен преподобному Сергию Радонежскому. Основываясь на этой исторической информации, ныне, в современное время, здесь устроен храм небесных сил бесплотных и архистратига Божия Михаила, так называемый воинский храм. Также здесь на отметке минус 4 метра будут еще два престола. Будут они посвящены святому мученику Виктору и преподобному Сергию Радонежскому и преподобному Ферапонту Монзинскому. Мы знаем, что на месте этого Богоявленского собора в древности был крестовоздвиженский мужской монастырь, и преподобный Ферапонт Монзинский здесь подвязался как монах. Не знаю, но это мое личное мнение, я никогда его не навязываю. Мне наоборот нравится. Нравится. Ну, видите, Петр Иванович. Но вопрос-то не в этом. Это же не то, что вот кому-то... Мы сделаем так, как вы скажете. Нет, ну, я-то хочу... Понимаете, можем проголосовать. Я-то свое мнение тоже не буду считать главным, потому что я не дизайнер. Вы заметили, как решаются вопросы? Так, будем голосовать. Метрополит. За. Кто против? Несмотря на положение в обществе, Тырышкин никогда не кичится. Общается со всеми одинаково, просто и по-доброму. Такое воспитание. Виктор Иванович из учительской семьи. В 15 лет, чтобы помогать родителям, устроился на металлургический комбинат подручным Столивара. Поступил в металлургический техникум, но всегда мечтал носить погоны. Так в его жизни появилась Ленинградская военно-инженерная академия имени Александра Можайского. В вооруженных силах страны Виктор Тырышкин прослужил 20 лет. Занимался наукой, трудился над развитием космонавтики. Офицерский мундир полковник Тырышкин снял в середине 90-х. 90-е годы, вы помните, развал армии. Помните, что не нужна на какой-то период и космическая наука тоже. И все, очень многие ушли из армии в то время. Это были и кандидаты, и доктора, и академики, и полковники. Большое количество людей, и генералы. А вот мы создали коллектив, который был обречен на успех, потому что это были мозги, это была дисциплина, и это был творческий ко всему подход. Но купили квартиры. Купили машины, походили по ресторанам. А кругом беда, кругом разорение, кругом нищета. И вот мы люди в своей стране.
Что мы должны делать? Как нам дальше выстраивать жизненный вектор? Все говорят про великую Россию, и все валится, все разрушается. И тогда мы приняли решение жить сами, вот как граждане конкретно, выбрав свой целевой вектор по своим законам. А свои законы что? Вот я, например, со своей совестью договорился, что совесть, кругом беда, но ты меня особенно не трогай. Я вот буду зарабатывать деньги и 2 рубля из 3 заработанных отдавать в Россию на беду. А дальше пришло и восстановление храмов. Так я пришел в храмостроительство. С тех пор в стране многое изменилось. Но Тырышкин остался верен своему слову как воинской присяге. Более четверти века он помогает людям и меняет облик исторических городов. Под руководством Виктора Тырышкина и на его средства отреставрированы и восстановлены десятки храмов и памятников церковного зодчества по всей России. Особое место в этом ряду занимает Успенский кафедральный собор Ярославля. Сегодня это духовный и культурный центр города, его украшение. Таким его и задумывал Виктор Тырышкин, когда в 2005 году взялся за восстановление уничтоженного памятника архитектуры 13 века. В 2010 году, в год тысячелетия Ярославля, Успенский кафедральный собор был освящен. А его строитель, глава корпорации ВИД Виктор Тырышкин, стал первым предпринимателем, удостоенным церковного ордена славы и чести первой степени. До него эта награда Русской Православной Церкви вручалась лишь главам государств. Вот когда уходил из Ярославля, это там с одной стороны от Вечного Огня, там мозаичная икона прекрасная, Богородицы, покрова, с покровом. А внизу я взял и построил, вот она стоит, на храмах. Это на самом деле те храмы, которые мне довелось в моей жизни построить. Я так взял и расписался. Потому что вот эти все храмы, в ногах у Богородицы там изобразие. Тогда я еще не знал, что у меня впереди Кострома. Мецената Виктора Тырышкина сегодня знают в Подмосковье, Переславле, Ростове, Рыбинске, Ярославле. А теперь, подобно зодчему Степану Воротилову, его имя навсегда вписано в историю Костромского края. Сегодня, как и многие века тому назад, наш город украшает колокольня Костромского Кремля. Давняя мечта многих костромичей сбылась благодаря замечательному человеку Виктору Ивановичу Тырышкину и его помощникам. И я хочу сказать, что от имени жителей города Костромы сегодня мы приняли решение вручить Виктору Ивановичу почетное звание «Почетный гражданин города Костромы». Что о себе, конечно, заслужил, не заслужил, время покажет. Но у меня есть одна мечта, и я этой мечтой поделюсь. Я хочу увидеть в своей жизни Кремль восстановленным полностью, так, как это должно быть.
Такого вклада в архитектурный и духовный облик Кострома не знала со времен купечества. Наши предки, жертвуя на храмы, понимали, построить сильное и экономически крепкое государство могут только люди, живущие по совести, по закону Божию. Эту философию в 21 веке разделяет и Виктор Тырышкин. Что может быть у меня личного? То, чего не должно быть у Бога. Вот из самого такого весомого, значимого, красивого. Все. Если у меня, на самом деле, вот здесь вот смотрите, медь, позолота, сусальное золото и прочее. Если вы приедете ко мне домой, вы увидите здание, покрытое железом. Вот это принципиальная позиция. Храм, то, что для Бога, то, что для России, для людей, для того, чтобы люди приходили в храм, просили, славили, во-первых, Бог, во-вторых, просили у Бога, и Бог им помогал. Разве это не самое главное? Впервые так близко воссоздаваемый Богоявленский собор костромичи увидели летом 2021 года. На праздник Феодоровской иконы Божьей Матери строители открыли территорию Кремля для прогулок и экскурсий. А сегодня это для нас в первую очередь кафедральный собор. Ну и, конечно, это место паломничества, место туристическое. Поскольку, кроме того, что здесь устанавливаются святыни, есть у нас место видовое, здесь колокольня с лифтами, смотровая площадка, то есть мы надеемся, что наш Кремль будет интересен и паломникам, и туристам, как такое центральное место Костромы, как место историческое, как место, где находятся святыни. То есть кафедральный собор – это раз, такой духовный центр – два, и центр, конечно, туристическо-паломнический – это три. Плюс уже сегодня Кремль, по сути, стал архитектурной доминантой в виде колокольни, потому что колокольня, конечно, совершенно изменила вот вид центра, вид Костромы с Волги. То есть эта задача, можно считать, уже практически выполнена. Сегодня над внутренним убранством Богоявленского собора Кремля трудятся лучшие мастера России. Вся ковка – дело рук художника-кузнеца из Себежа, Владимира Тюрягина. Его главная работа в Богоявленском соборе – балкон для певчих. Подготовились к сегодняшней встрече проект резьбы натуральную величину, вызолоченный. Это та стилистика, которая как раз присутствовала, которую можно здесь увидеть. А это один из пробных фрагментов будущего иконостаса. Его изготовлением занимаются абрамцевские мастерские Андрея Вуколова. Резчики смогли восстановить облик иконостаса всего по одной фотографии царских врат. Из описаний известно, что иконостас Богоявленского собора был полностью вызолочен. Таким же его увидят и новое поколение костромичей.
Вот, мы сейчас подпишем, да. И вы, чтобы у нас все вопросы да, не было. Да, да, я с ним буду встречаться. И очень хорошо, чтобы не было. Вот. Но я надеюсь, всего в понедельник. Писать иконы для иконостаса и расписывать Костромской собор будет мастерская «Царьград» Дмитрия Трофимова. Его творческая группа в свое время работала над росписями Московского храма Христа Спасителя. Стилистика храма уже выбрана, и владыка благословил ее. Это будет канонический стиль, что мы находимся на земле Костромской, которая явилась центром художественного возрождения Кострома, Ярославль. Это те города, те земли, которые дали нам, в общем, всех великих русских художников XVII века. И то наследие, которое мы получили благодаря художникам костромичам и Сил Савин и Гурий Никитин, значит, это искусство прошло через и 18 век, и 19 век, и сегодня мы работаем тоже во многом, так сказать, опираясь на эту художественную традицию. Каждый раз, уезжая из Костромы, его сердце остается в Кремле. Для Виктора Тырышкина это не просто культовое сооружение или памятник церковного зодчества. Возрождение Кремля – это возрождение ценностей, которыми жили, дышали, мыслили наши предки, их представлений о прекрасном, о родине, о России. Я, прежде всего, чувствую большую ответственность за то, что делаю. Нельзя сделать плохо, нельзя сделать, там, пообещать и не сделать и так далее. Это, прежде всего, очень большая ответственность. Говорить о том, что там чувствую там, какое-то... Нет. Я столько в жизни получил. Вот, и радости, и счастья, и... Ну, всего-всего-всего. Я просто живу в этой жизни. Вот живу и дальше буду жить. И будут стоять храмы, и в них будут молиться люди. И все это будет очень-очень-очень здорово. Будет стоять моя страна. Вот сделаю, делается какой-то маленький-маленький шажок в сторону Руси Святой. То, о чем мы мечтаем. Как называют нашу страну? Русь Святая. Да? И вот здесь вот мы делаем какой-то маленький шажок в тот период времени, который нам Господь выделил.